Полное описание и точность выхода 19-20 серии нового сериала «5 минут тишины. Море и горы». 19-20 серии сериала выйдут в эфир 28 марта. В новых сериях мы увидим, как сестры Лена и Аня приезжают на горное озеро вместе с их другом детства Ильдаром, чтобы покататься на сабборде. Обе девушки имеют вид на молодого красавца и ссорятся из-за него. В обиде на сестру, Лена, не умеющая плавать, отдаляется от берега на сапе. Аня, волнуясь за нее, плывет следом и уговаривает вернуться. Девушки попадают в мощный водоворот на середине озера, а Эльдар ничем не может или не очень хочет им помочь. Юра и Кеша на мотоциклах собираются прокатиться по уступам в карьере, а неопытную Настю на квадроцикле с собой не берут. Оба парня влюблены в Настю, и она подозревает, что Кеша не случайно заманил Юру на опасную трассу. Увидев, что Юра пропал, Настя едет следом и находит его, зависшего над пропастью. Тем временем, под горой происходит ограбление ресторана. 19-20 серии сериала выйдут в эфир 28 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.